удовольствие. Я же от этого удовольствия получаю настоящий фанат. И мне интересно и комментировать ребят, и смотреть на их выступления. Поэтому я так тоже эмоционально реагирую. И зрители поддерживают. Мне очень нравится это. Поэтому многие вещи не получились, что обидно, конечно, все-таки. Но их тоже можно понять, они борются за призовые места, там как бы стараются. Понимают уже, что все-таки третий этап, какие-то очки набраны, уже позиции. Но это спорт, это интересно, поэтому как бы, я рад, что все прогрессируют. Это заметно. Заметно, практически у каждого райдера есть прогресс. Много стантрайдеров, которые они, ну, любят писать там на форумах везде, там вот я такой-то, там какие-то советы давать, а на деле они не приезжают, никуда не заявляются. Человек просто выехал на втором сезоне в чемпионат, заявился, занял хороший, ну, для первого раза, я считаю, нормальные места, и приехал в Москву за там 1200 километров. То я респект вообще. И нормально все у него будет. Сегодня просто вот у него проблема с вилкой, и квалификация не принесла ему много баллов, потому что, ну, реально вилка кривая, и я бы на такой вилке тоже много очков не заработал. Yeah!
despair, regret and tenderness is what I feel for you. I loved you from the very start. What else could I do? You read my mind, you made me cry. Time stood still. And now I know the reasons why time stood still. Maybe мы собрали рекордное количество участников, 24, в рамках нашего чемпионата. Это действительно рекордная цифра. Мы увидели самые разные школы. И Прибалтика, и Белоруссия, и Ростов, и старую школу, и молодую школу. Собственно, эмоции переполняют.